26 июня 2021 года в Киеве в павильоне Международного выставочного центра возле метро Левобережная состоялся очередной слет коллекционеров. Стоимость входа составляла 100 гривен. 3 дня до мероприятия в Киеве стояла страшная жара, и я опасался, что посетителей будет мало. Но в субботу жара немного спала, и посетителей было просто толпа. И что интересного я увидел? Вот, например, крайняя серебряная монета «Спадок», «Наследие», которую я тщетно пытался сначала заказать, а затем приобрести в интернет-магазине НБУ. Как по мне, монета очень красивая, и цена оказалась достаточно умеренной – 2300 гривен. Монету просто наслаждение рассматривать, как она сверкает и играет светом. Конечно, вас интересует, какими вообще были цены. На слете можно было приобрести вот такой ценник за 15 гривен. И обратите внимание, что это ценник уже на следующий месяц. Так, по ценнику монету, которая сделала много шума, 100 лет Академии внутренних дел, стоит 350 гривен. Но на слете я, собственно, нашел только 2 предложения, и оба были по 450 гривен. Обзор этой монеты есть на моем канале, и если вы его не смотрели, то посмотрите. Собственно, касательно других монет, то можно ориентироваться и на ценник. Но можно и торговаться, и снизить стоимость как минимум на 5-10 гривен. Конечно, не только монеты или боны предлагались на слете. Просто посмотрите далее, и может быть в следующий раз вы также посетите слет. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю крепкого здоровья и нумизматической удачи. Увидимся!